Футбольный клуб «КамАЗ» откроет новый сезон на стадионе под новым названием. В анонсе на официальном сайте команды сказано, что первая встреча пройдет 15 июля на челнинском стадионе «Белый медведь-арена». Однако официальной информации о переименовании стадиона ранее от руководства клуба не поступало. При службе «КамАЗа» это сообщение также опровергли. Позже объяснение на сайте все-таки появилось. Таким образом, организаторы хотели привлечь внимание к матчу-открытию. Отрицать возможное переименование тоже не стали, поясняя, что может это быть связано с появлением нового спонсора команды. Его представят уже на первом домашнем матче.